Всем привет! Сегодня у нас 17 декабря, мы будем выполнять 17 задание. Ну что, давай, открывай шарик, лопай. Как лопни. Кошечка помогает Вике. Аккуратно. Давай я тебе другие ножницы лучше дам. Он так боится. У него такое лицо. У моей мамы такое лицо. Теперь такое. Вика, давай. Открывай! Другие. Ой, что было? Кошечка грызет свой хвост. Что это было? Какой-то шар бракованный. А вот этими ножничками аккуратно. Кошка у нас, как всегда, участвует в наших адвентах. Я, кажется, догадываюсь, что мы будем делать. Что же мы будем делать? Шарики. Потому что ты лопаешь шарики? Нет. Давай, читай быстро. Мы будем делать шарики. Е. Там Е написано. Да, тут написано. Я, Дед Мороз, получи подарки. 17 декабря сделай новогодний снежный шар. Да! Вот, сейчас. Да, мы приготовились, мы знали. Да, мы знали. Мы будем с бонтиками делать. Мы будем делать новогодний снежный шар. Нам с бонстиками. Нам понадобятся бонстики. Вике надо будет выбрать бонстики, которые она вот такое, посадит в шар. Вот такой вот. Клей. Клей у нас. Банка с крышкой. Особо прочный, водостойкий. Банка с крышкой. Баночка с крышечкой. И вот. Глицерин. Глицерин мы купили в аптеке. Так, еще блестки. Вот, Вика выбрала блесточки, которые я сама свои. Я любимые цвета свои выбрала. Свои самые любимые. Так, блесточки. Из этих цветов мы самые любимые. Вот этот. Нам еще надо подставка. Потому что у нас крышечка высокая. Чтобы было видно наши фигурки. Нам надо сделать подставочку для наших фигурок. Так, Вика, выбирай бонтики, какие ты будешь сажать. У нас сейчас год свиньи, поэтому предлагаю выбрать свинку. Из, по-моему, она из второй или первой коллекции. Из первой, наверное, коллекции свинка. Да, из первой. Из первой коллекции свинка. Не надо всех. Вот мы взяли еще такую крышечку. Вот. Мы ее приклеим к нашей основной крышке, и на нее будем выставлять наших бонстиков. Бонстиков Вика выбрала вот таких. И свинку. Ну что, сейчас начнем. Так, нам надо заполнить нашу баночку водой. Давай. Чистой водой, кипяченой. Скажешь, когда... Ой. Скажешь... Аккуратно только. Скажешь, когда все... Поставь, Вика. Зачем ты держишь банку? Так, то хватит, наверное. Так, потом нам надо 1 столовая ложка глицерина. Глицерин мы купили в аптеке, он продается. Да. Стоил недорого. Стоил 2 с копейками да. рубля.
Так, ложечку столовую глицерина. Ого. Что еще чуть-чуть? Так из этого все можно сделать. Перемешиваем. Так. Нам надо приклеить нашу крышечку, подставку к основной крышке. У нас такая крышка классная. Беленькая. Так. Он такой прилипает, как сыр. Так, берем, приклеиваем нашу подставочку. Конечно, надо будет выждать время. Да, но мы пока будем делать другое. Пока мы ждем. Фу, вон он. Да, клей вонючий. Да, понимаю. И фу. Пахнет штучкой, которая лак стирает. Я буду высыпать блестки в воду. Сейчас надо добавить блесточки в нашу водичку, баночку. Чуть-чуть. Блестки мы заказывали на Алиэкспресс. Там они недорого стоят. Пришел целый наборчик разных цветов. Ой, белый раскрошился, а другие нет. Белый раскрошился, а другие нет. Просто дело в том, что белые, он такой... Оранжевого светлый. Очень мало. Оранжевый, оранжевый. Настроение оранжевое. Хватит. Белого, может, еще чуть-чуть. Белого? О, а вот этот не распыхнулся. Давай, и фиолетовый остался у нас. Да, ой, боюсь фиолетовый. Фиолетовый весь уже. Потому что фиолетового мало. Ну вот, что у нас получилось. Бери ложку, размешивай. Такая маленькая, такая, ой, такая, такая большая. Давай поменьше. Мы приклеили клеем наших бонстиков на подставочку. Подставочку приклеили к крышечке. Все это должно засохнуть. Надо выдержать время, сколько там будет засыхать клей, чтобы все высохло, ничего не отклеилось у нас. И когда засохнет, мы закрутим нашу баночку, и получится наш новогодний шар. Можно еще добавить сюда, чтобы был как бы снег, добавить кокосовую стружку или там белый пенопласт, и тогда получится как будто снег. Но у нас этого нету, поэтому у нас будут просто блестки. Вика у нас заболела перед Новым годом, правда? Так, ну, сейчас подождем время, и потом покажем, какой шар у нас получился. Ну что, наверное, уже приклеились наши эти бонстики. Сейчас мы будем закручивать нашу крышечку. Смотрите на бонстики, они не похожи. Вот. Так, ну вот, наша новогодняя баночка, в которой живут бонстики. Кстати, класс. Смотрите, вот сюда блестки поднимаются. А когда мы вот так делаем, они туда-сюда, туда-сюда бегают. Yeah. Ставьте лайк, кому понравилась наша баночка с бонстиками новогодняя.
Делайте тоже такие красивые баночки. Их можно кому-нибудь дарить на Новый год в подарок. Своим родным и близким. Можно клеить что угодно. Можно купить какие-нибудь фигурки новогодние. Свинки, снеговика, Деда Мороза. Вот. Наша свинка. Вокруг нее водит хоровод остальные бонстики. Ну что, всем пока-пока! Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. Ну, пока-пока. Пока-пока, я пошла.